killer. Всем привет, ребята, с вами Ring Game Studio, и мы сегодня будем проходить Painkiller, а именно 4 уровень первой главы, собор. Так, среди карт у нас появилось души исчезают позже, это из серебряных карт, это очень хорошо. Это нам очень даже пригодится. Так, посмотрим, что нам нужно. Найдите не менее 500 единиц золота, чтобы открыть нам карту. Ну что ж, попробуем. Играем на кошмаре. Сразу говорю, иногда моментами очень яростно тяжело. Посмотрим, на что нам монахи приготовили. Золото, золото, собираем золото. Ой-ой-ой, около, да? Использую такую распрыжку, чтобы было более просто. Ай-яй-яй. Это плохо было. Это было плохо, да, надо было золотишко собрать. Золото. Души. Ай! Ну я как всегда. Так, где золото? 108. А, ну здесь у нас 714 золота. Я думаю, мы нашпиляем. Так, здесь, насколько я помню, босс должен быть где-то на этом уровне. О, шикарные места, сейчас будет тяжело. Ай-яй-яй! Быстро, видите как, а? Ну ничего, молодцы. К
закашлял кто-то. Говорят, маску носить. Энергии, это плохо, ребята, слушайте. Это тяжело, очень. Да что ж такое, а? Ну что, блядь, охренели там вообще, ну что? Опять очень тяжело. Золото плюс 80, но это не считается в прохождении миссии. Блять, а как же их пройти-то, этих уродов? Это вообще конченые. Знаете, не так уж это было и тяжело, надо было просто аккуратненько все делать. А не так, как супергерой, видите. Халк, видите ли. А что, золотишка нету в этих бочках? Нет, есть. Так, а я там бочечку взорвал. Я помню тяжелое место. О, да. Вот это больше всего пишет. Мои же гранаты, получается, меня убивают. Ай-яй-яй-яй. 5 хп. Вот так вот, да? Не сдох, скотина. Зато я сдох.
Да, надо было ребятам брать не кошмар. Чтобы пройти ее по-быстренько. Но я так не люблю. Я люблю, когда тяжело. Тем более я когда-то давным-давно ее проходил. Попадали вазончики. Золотишко мы все равно соберем. Да! Это есть. Ох ты что! И далее как повезло! И, блядь, мутанты еще с броней. Ай! Я не могу стрелять. Ну что там, пока хорошо идем. Ой-ой-ой-ой. Собираем душеньки, души тут очень-очень большую роль играют. Я не представляю, что на самом сложном уровне играть. Это у нас этот здоровый дядька быковать начинает. Надо его хотеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Попадос мог быть. Так, я так понимаю, за этого мужика должны нормально это. Ха-ха! Ну и чё? Ты чё, ни энергии даже не дадут никакой? Так ни одной души? Красавчик, красавчик! Сейчас главное где-то бочку не взорвать так хорошенько возле себя. Но будет горе. Обожаю фонарики в Пейнкиллере. Сталкеры люблю очень сильно фонарик. И в Пейнкиллере. Пейнкиллер он какой-то мягкий, своеобразный такой. Но сталкеры, конечно, там со стеклом, стекляшечка. Напишите в комментариях, в каких играх вам фонарик нравится. Huh!
Так, ну по идее все, тут золотишко мы походу все собрали. Опа! Скоро рычать начнем. Собрали. Интересно, сохранение произошло. Так, тут сейчас будут появляться, насколько я помню. Уродцы. Ой, да, это, по-моему, тяжелое. Мало дает эта энергия. Так, ну нам нужно место какое-то хорошее такое, чтобы применить демона, правильно? А, да-да-да. Ты тоже. Ай, сегодня провтыкал. Так, здесь, насколько я помню, где-то будет секрет. По-моему, вот там, где вот эти топоры кидали меня, на балкончике типа. Вот там, по идее, насколько я помню, можно забраться по колоде. Сейчас мы это посмотрим, вспомним, помучаемся. Ну все как сюда. Ой-ой-ой, тут не взял опять. А, вспомнил. Вот, по гробу здесь можно залететь.
Да. Я точно не помню, как это все происходит. Но там или нет? Это я когда-то задротничал, по-моему. Туда залез, а там ни хрена нету. А пошла на что? Золотишко. Сколько у нас там уже золота-то, а? 366. Осталось 234. Нормально, я думаю, соберем. Так, ну а что, если я сюда упаду, что произойдет? По тому столбу я не помню, как можно что сделать. Так, я не помню. Давайте упадем, наверное. Упадем, посмотрим. Что там и как? Там он золотишко, я смотрю. Да, там золото хорошо. Да, ну да, конечно, нифига себе, тут золото. Грех было сюда не упасть. Так, ну что я понял, что за место. Приседать мы не умеем. Сразу говорю, он не приседает. Так, патрончики не надо. Что, пойдем там посмотрим. Там тоже какой-то проход был. О, огнемет. Или что-то было, или это взрывчатка. Ну да ладно, не важно. Идем, в общем, на точку. Так, а нам нужно на второй этаж. То есть нам надо опять по лестнице подниматься. Это назад, это начало уровня. Как человек, да, занимается своим дыханием. Как спортсмен. Так, у меня здесь на втором этаже что-то провисает. Ну, FPS не провисает, но как-то игра так тормозит. Фризит, ну, непонятно. Ну что, уроды, поехали? Будете погибать. Плохое место, конечно. Надо было не брать душу эту. А ладно, пусть так будет. О, и начали идти. Возьмем дробовичок.
этих колдунов надо подальше держаться, особенно этих монахов с красными посохами. Не гадости делают эти атаки. Кстати, кто играл в Saint Killer, я уверен, вас много. Напишите им свой любимый уровень. Мне вот, допустим, нравится мост и лунопарк. Особенно в лунопарке мне нравится озвучка. Так, ну что, я так понял, мне бить. Ах, попал все-таки в рот. Очень хорошо, просто замечательно. Бочки их не вижу, они отлетают здесь. Золото осталось. И 7 монстров. Да, осталось 7 монстров. Очень интересно будет нам сейчас. Золото еще 6 осталось. Где его взять? Вот его где взять, правильно? Две монетки. Еще две. Я что-то только не могу понять. Я взял вроде бы как бы две монетки, а посчитали как 4. Ха-ха, сзади! Сзади! Ну, кто ж знал, что они сзади будут нападать. Так, две монетки. Полетели. Сейчас надо выпрыгнуть с этого туннеля тогда. Все. Да, надо брать другое оружие. Посмотрим. Что у нас сейчас получится? Твари! Я вас буду убивать! Где-то еще два баклана надо убить. Один баклан остался. Подключа!
прикиньте, красавчик вообще. Вот это мне хп оставили. Так, и что у нас получается? У нас где-то еще два золота надо найти, ребята. В круг мы не пойдем. Нам надо два золота. Где их, блядь, взять, а? Возвращаемся. Берем пейнкиллер и с ветерочком. Ага, хрен поросящий, мы никуда не можем вернуться. Охуеть. Печали кости. Охренеть. Отлично, вообще кайф, ребят, честно. Вот это было, вот это ништяк. Я, короче, за одну монетку дают два золота, а не одно. Вот это хорошо было. Все, спасибо, кто смотрел. Жду вас, кто придет, кто не придет. Вы, как всегда, никто не придет. Но все равно, подписывайтесь, ставьте лайки. Заходите еще, буду рад.